Что ж, друзья, приветствую вас в новом дне. Что-то я на пару дней пропал, особо ничего не снимал, не знаю, как так получилось. Много работы было, много всего. Самое главное, это подписал договор на следующий год на работу, узнал уже свое расписание, какие лекции мне нужно будет вести, лекции, лабораторные занятия. Будем готовиться, потому что сегодня уже 29 число. Там, в принципе, мне все известно, кроме одного предмета. Он новый, но я думаю, что разберусь без проблем с ним. Что сейчас? Сейчас хочу поехать на сервис, отвезти машинку на сервис, чтобы посмотрели, и отвезти себя на сервис. Хочу постричься. Что еще делали? По машинке за эту неделю, кстати, сделал несколько... Вот здесь подсветка климат-контроля, она не горела. Сейчас я сделал, все, она уже горит. И еще была вторая проблема. Картоприемник в этой машине, он там одна ножка отломалась, и он не работал так, как надо. Его тоже сделал. Возможно, еще раз буду разбирать его, доставать, покажу, как это делалось. Ну и все пока что. Еще осталось немного климат-контроль сделать. Потому что водительский, так как здесь двухзонный климат-контроль, на водительской зоне не включает на обогрев. Ну, пока еще жара, сегодня у нас вот 24, сейчас на солнышке обещает еще больше. Еще несколько дней есть. Не сделал, потому что ключик, нужен был ключик на 5,5, у меня его не оказалось. Поэтому еще нужно купить ключик и доделать климат-контроль. И все, автомобиль работает, все хорошо. Сейчас еще на сервисе все узнаем, точно ли все хорошо. Пофоткаем, когда высохнет. А что ты купил для машины, а? Какие? Не, если сюда, так нормально. Саша мечтал об этих наклейках очень долго. Ну все, теперь комплект автомобилиста у нас полный. Да, осталось все это поскладать просто. Поскладывать. Да. И все. Итак, друзья, машинку оставил в сервисе. Теперь иду искать для себя стрижку. Зашел в одно место, там только по записи, только на вечер. Конечно же, меня это не устраивает. Я хочу сейчас, пока машинка делается, поэтому иду искать дальше. Зашел в магазинчик за ключиком, которого не оказалось, и подумываю, может прикупить вот такую вот коробочку. Можно было складывать свой инструмент. Потому что в машине бардак с этим инструментом. Вот коробочка такая неплохая. Стоит всего 6,66. Ну, подумай еще. Потому что машину в сервисе все равно некуда ложить. Ну, идея интересная. Итак, друзья, себя в сервис я сводил. Постригся. Стрижечка 10 евро стоила. Полчаса примерно по времени занимала. А сейчас иду забирать автомобильчик, и что там сделали, и что нужно сделать, я вам, конечно же, еще подробнее расскажу, когда все сам узнаю. Компактный и мощный прибор системы ионизации. Хоть фен у нас будет ионизировать. Зачем тебе фен? У тебя волос нет. Для тебя фен. Откроем, посмотрим. Что там? Как там? Инструкция, как пользоваться. Так, у нас тут фен.
Не сильно понятно, как этим китайским пластиком. И одна насадочка. Всего лишь. Нормально. У нас есть чайничек. Xiaomi самый навороченный, самый новый, можно сказать. Купили мы его из-за того, что здесь есть куча режимов, особенности поддержания температуры и так далее. Ну и как бонус, он еще работает с приложением. Не знаю, правда, кому это надо. Да ладно. Так. Инструкция на английском. Хорошо. О, есть ссылочка для скачивания приложений. Тоже хорошо. Чайничек. Так, интересно, вилка европейская или китайская? Вилка европейская. Только длина шнура, конечно. А, нет, стоп. Стоп. Все хорошо. Все хорошо. Шнур. Достаточно длинный. Все хорошо. А то я уже подумал, вот китайцы сэкономили на шнуре. Capacity параметр. Чайник. Че? Понятно, они сэкономили на кулечке, они просто сверху положили. Вот так вот. Все. Меньше пластика. Ну и сам чайник, и все, больше ничего. Чайник. Так, чем этот чайник отличается от предыдущей версии? Здесь ручка заканчивается здесь. А в предыдущей версии она шла еще в чайник обратно. А, и чем еще хорош этот чайник? Так это то, что внутри нет ничего пластикового, все металлическое. И крышка тоже металлическая. Ну, пахнет металлом. Надо вскипеть пару раз. Также здесь есть две кнопочки. Кипячение и поддержание температуры. Ну и подключается он по Bluetooth. Это мы потом проверим и вам все расскажем. Вот так, ничего такой. Рад приветствовать вас, друзья, в новом дне. Много чего не снимал за эту неделю. Но сегодня я обязательно вам все расскажу. Все как было, почему не снимал и возьму с собой в университет. А сейчас мы идем в ВГТУ за подарком. Так, забрал я подарочек, у нас вот такая сумочка. Вот такая сумочка. Самое главное, здесь такой очень красивый и, главное, прикольный на ощупь блокнотик. Интересно, он... А, он не по годам, отлично. Все, будем его использовать. Он такой вот, если видно, рифленый с одной стороны. Ну и по мелочи. По мелочи это у нас ручечка специальная и карандашик. Тоже ВГТУшный. Подарок был зато за конкурс фотографий в инстаграме ВГТУ. Запустил фотографию, выиграл. Ну, спасибо, давно я очень давно ничего не выигрывал. Спасибо. Сейчас едем в университет работать. Нужно поделать свое кое-что и провести первое занятие по одной из лабораторных. Кто чем занимается в пятницу после обеда,
Я вот зашел, книжечку набрал в библиотеке и забрал нашу детальку. Сейчас ее покажу, приду. Ну, идем мы, конечно, на факультет. Ну, вот и наша отпечатанная деталька. Надо еще сделать в ней отверстие, и она должна быть похожа на вот эту. Ну, этим уже займемся в понедельник. Итак, друзья, обещал рассказать вам, что с автомобилем и почему не снимал. С автомобилем все хорошо, поменяли только задние тормозные колодки и один наконечник рулевой тяги. Конечно же, потом сделали сход-развал. И все, сказали, пока ничего делать не надо, все хорошо. Ну, я свои мелкие задачи, такие, какие увидел, хочу доделать. И потом через 2000 километров поеду на замену маслов, фильтров. Вообще хочу подготовить уже к зиме все-таки. Осень наступила, скоро зима, нужно подготовиться заранее. И почему не снимал? Довольно-таки тяжелая неделя была, много беготни, нужно было все подготовить, все согласовать. Очень много такой рутинной работы, просто бегал и, соответственно, не снимал. Чем занимался? С двумя группами провел вступительные занятия. Это рассказал, что они будут учить, какие лабораторные, что нужно на защиту лабораторных, когда она будет. Потом сказал, когда им информацию будут отправлять, что они все будут получать. И если хотят, конечно же, они могут использовать литературу, но в основном я все им отправляю готовое. Просто прочитайте и придите. Рассказал, сколько они могут заработать баллов, ну и, конечно же, когда дедлайны. И мы с ними распрощались. Вот, в принципе, вот такая она первая неделя. В общем, идем мы за покупками в Lidl магазинчик. Вот такой он здесь новенький. То, что меня поразило, на парковке очень много мест. Я нашел с первого раза, где стать. Сел я булочку перекусить. Вот вышел из Lidl, думаю, покушаю, пока еще ехать, а мне 15-20. И хочу показать вам, какие здесь облака просто. Они такие низкие, они такие черные, не знаю, передаст ли камера все. Ну, красиво очень.